Это памятник Райымбек Батыру, воину, который прославился своими великими подвигами, совершенными более 300 лет назад на просторах древнего Казахстана во имя Великого Казахского ханства, которому, кстати, в этом году исполняется 550 лет. Этот человек обладал настолько огромной волей и храбростью, что уже в 17 лет смог дать бой калмыцкому нашествию. Именно после этого народ признал в нем истинного Батыра. Но это еще не все, что мы знаем об этом великом человеке. Есть, например, легенда, которая гласит, что у Райымбек Батыра был верный друг и спутник – верблюд. К сожалению, история не помнит имени этого животного, но мы знаем, что когда дни Райымбек Батыра были сочтены, он велел водрузить его тело на горб верблюда и похоронить там, где это животное остановится. Именно поэтому Райымбек Батыра похоронили здесь. Позже возвели памятник и сам мавзолей. Я неспроста заговорил о верблюдах. Наши предки всегда почитали этих животных. Не только за их ум и выносливость. Они всегда были рядом с человеком. Давали ему теплую шерсть, полезное молоко, помогали преодолевать длительные расстояния во времена кочевья. И вот сегодня я хочу узнать больше об этих удивительных животных, о том, как за ними ухаживать и о том, какую пользу они приносят человечеству. Здравствуйте! В эфире «Школа кочевников». Меня зовут Дмитрий Голобир. Давайте прямо сейчас отправимся в гости на ферму, туда, где и живут эти удивительные животные. Что приходит к вам на ум, когда вы слышите слово «верблюд»? Верно, корабли пустыни. Думаю, такое необычное сравнение они получили не только благодаря тому, что долго могут обходиться без воды, пересекая жаркую местность, но и потому, что передвигаются они грациозно, плавно и бесшумно. Действительно, плывут словно корабли. Согласно научным исследованиям, верблюд был одомашнен за 2000 лет до нашей эры в Азии, где-то восточнее Туркестана. Одни ученые считают, что одногорбый верблюд, дромедар, произошел от домашнего двугорбого, бактриана. Другие полагают, что предком дромедара был ныне вымерший дикий одногорбый верблюд, которого приручили Аравии тоже за 2000 лет до нашей эры. Кстати, древние греки назвали этих животных бактрианами в честь одного из ранних центров земледельческой культуры Средней Азии – Бактрин. Он располагался в среднем течении Амударьи в первом тысячелетии до нашей эры. Известно, что в этих местах содержали много прирученных верблюдов. Мне предстоял долгий, но интересный день на ферме Утюмес-ага, человека, который занимается животноводством больше полувека. Поэтому я уверен, что не зря проделал такой огромный путь. Этот аксакал уж точно знает все о верблюдах, причем не понаслышке. Ассаламу алейкум. Валикссалам. Меня зовут Дима. Я к вам приехал из школы кочевников, проделал такой... Не близкий путь, уверен, не зря, и неспроста сегодня такая замечательная погода весенняя. Вижу у вас большое, хорошее хозяйство, слышу и вижу верблюдов, верблюдец. Как раз таки за этим я приехал, узнать больше об этих великолепных животных, узнать много интересного о шубате, об этом ценном напитке, о его свойствах. Уверен, вы все расскажете, покажете? Я покажу тебе, сынок, покажу. Это шубат полезно. Очень уважаемое, почитаемое это животное. Пойдем. Пойдемте. А я буду сегодня доить верблюдец? Ну, конечно, будешь доить. И покажем, научим, сынок, сейчас. Чего не умеешь, тому научим, да? По ходу сейчас все. Тебе объясним все. Это сложный вообще процесс? О, нет, такого сложного нет. И не опасный? Нет. Главное, ты сам, чтобы, как его, не боялся, сынок. Ну, я не боюсь, хотя такие большие животные внушают какой-то небольшой страх. Они спокойные. И вот эта порода, именно вот эта аруана, она ценится, свой сынок. Аруана. Аруана, что дословно переводится как «прекрасная мать». Да. Это вообще порода другая. И вот эта она молочная, она вообще, как сказать, не кусается, как ее.
То есть это миролюбивый спокойный животный. Не легается, в общем. Очень спокойный. Верблюды относятся к роду млекопитающих отряда парнокопытных. Вес взрослой особи достигает до 800 килограммов. Окрас красновато-серый или темно-бурый. Встречаются и белые верблюды. Мех животного курчавый. Живут они до 40 лет. Репродуктивные функции появляются в 2-3 года. Верблюдица вынашивает детеныша 13-14 месяцев. Длинные ресницы и узкие ноздри защищают глаза и носоглотку животного от пыли и песка. Верблюды обладают отличным зрением и обонянием. Могут увидеть идущего человека за 1 километр, при этом воду чуют за 60 километров. Максимальная скорость при беге 16 километров в час. С чего мы начнем? Давайте, с дойки, наверное. Давай. С дойки? Пойдем. Сразу? Давайте. С дойки, хорошо. Давайте. Давай, проходи. Так. Окей, сфотографирую пока. Давай. Красавец. Оказавшись рядом с верблюдами, я буквально чувствовал все великолепие и мощь этих животных. Мы стояли с Утими Самага прямо рядом с ними. Они не мешали нашей беседе, а мы не тревожили их, дабы не прервать неспешную трапезу животных. Да, действительно очень красивые животные. Я знаю, что казахи наравне с лошадьми также почитали и верблюдов. Да-да. Почему? За что? За то, что они были, наверное, незаменимыми помощниками в хозяйстве. Верблюд вот для нас священный, вот для казахов. Да? Например, мы вот его не надо бить, ругать, материть. Раньше же кочевали же. На этих верблюдах же караваны, вот, даже как его, караванами, как его, с Европы даже, как его, возили, вот, вещи оттуда даже, торговля тоже, вот. Ну, тот же самый верблюда. Великий шелковый путь, он Да, шелковый путь, правильно. Без верблюжьих вот каравана. Туркчип, она же прокладывалась этим верблюдом же, правильно? Вот эти, как его, рельсы, верблюдами же таскали, правильно же? Однозначно, верблюды – удивительные животные. Как много хорошего они сделали для наших предков с момента своего появления в быту кочевников. Кстати, об их появлении. На этот счет есть даже целая легенда. Согласно ей, изначально создание этого животного не входило в планы бога Тенгри. Но однажды взмолились намады, сказали, что нет у них такого животного, которое могло бы вынести на себе весь груз кочевья. В прямом смысле этого слова. И тогда Тенгри создал верблюда, собрав его с частей других животных. Наверное, поэтому его шея и горб вызывают ассоциации с лебедем. Голова похожа на овечью. Быстрота сравнима со скоростью лошади, а силой он ничем не уступает быку. О верблюдах ходит много легенд, но узнать их все у меня просто не было времени, ведь впереди меня ждет много дел. Прямо сейчас мне предстоит впервые в жизни подоить верблюдицу. Признаюсь честно, я волновался, но ведь для этого в том числе я и прибыл на ферму. Самое время начать. Перед началом доения нужно было загнать всех верблюдец внутрь специального помещения. Спустя несколько минут все животные уже были на месте, так что оставалось самое главное – приступить к дойке. Первым делом Утими Сага провел мне мастер-класс. Вот так, сынок. Берешь, вот, видишь? Вот так, ногу надо одну поднять, видишь? Я левую поднял ногу, вот так. Такое парное, свежее, аж пар идет. Да-да. Вот, сейчас. И ты будешь доить, сынок, сейчас. Надеюсь, она не будет против. Хонда. Нет. Это Хонда? Хонда. Хонда. Сейчас следующий гелику будем доить. Очень смешные, креативные имена на самом деле у верблюдец. Вот это Хонда, а доить мы будем гелику. Сейчас следующий. А еще здесь есть шпагат, кипяток, Зоя. Очень креативный подход к именам.
Оказывается, верблюдицу следует доить стоя и в четыре руки. Надо делать все быстро, пока идет молоко. Конечно, у профессионала, у Тимисага, это получалось более чем идеально, ведь он доит верблюдицу не в первый раз. И теперь моя очередь. Ну, теперь на тебе вот веревку, вот веди вот делику, вот следующую вот. Вот она, крайняя вот. Ага. Давай, давай. Да, главное, чтобы она не легнула меня. Ну вот, верблюдица на месте, я готов к процессу. Но это еще не все. Сначала нужно позвать ее малыша, верблюжонка, которого, между прочим, всегда называют так же, как и мать. Животным дают одинаковые имена, чтобы легче находить нужные особи среди большого количества животных. После того, как малыш оказывается рядом с матерью, ему дают возможность пососать материнское молоко. Это делают, чтобы подготовить верблюдицу к дойке. Пока верблюдица готова давать это молоко, нужно немедля приступать к доению. Что я сейчас и сделаю? Надо быстрее доить. По крайней мере, постараюсь, да. С каким наслаждением он это делает. Мне не хочется его прерывать. У меня получается. Может прозвучать смешно и банально, но за этим процессом я ощущал невероятное единение с природой. Вот она, первозданная красота и сила животного мира. Покорившись человеку, с любовью и добром верблюдица делится самым ценным и полезным. Вот ты молодец, сынок. У меня получается. Не побоялся. Ну, молодец. Это очень, раз. Очень интересное ощущение. Вы же городские. Вы же городские, сынок. Я тебе... Удивляюсь, молодец. Ой, ну. Вам спасибо. Вот. Кажется, все. Ну вот, мой надой. Ну, нормально. Первый надой. Нормально, все. Вот, теперь отпускаем. Теперь можем следующий доить. Таврю. Ага. Таврю, давай. На куртку попало. Ну ничего страшного. Самое главное, у меня получилось. На этом наша работа не закончилась. Как оказалось, нужно подоить вовсе не одну верблюдицу. Что же, я не против. Это у нас Ахтлек. Ахтлек. Это Ахтлек. На очереди Ахтлек. Меня, вот, сынок. Почитал? Да. Это Ахтлек. Да. Вот. Кстати, верблюды – это очень умные животные, они откликаются на имена, на самом деле. Реагируют. То есть, очень когда, умные. Когда верблюжонка даже зовут матери, его зовут по имени, и он выходит по имени. Загона. И верблюдицы таким же образом реагируют на имя. Реально. То есть, это животные очень умные. Умные. С высокоразвитым интеллектом. Дим, так, давай. Все, мы приступаем. Ахтлек, у меня все получилось намного быстрее и лучше. Все-таки какой-то опыт доения уже был в моем багаже. Но сложности все же возникли. Единственное, от чего устаешь, это от того, что стоишь на одной ноге. Потому что второй ногой ты должен подпирать ведро коленом. Нога затекает. Но, в принципе, это терпимо. Вот сейчас вы сами убедитесь в том, что верблюды очень умные животные. Сейчас я буду звать верблюжонка по имени, потому что сейчас мы будем Бану. Быть следующей верблюдицей. Ее зовут Бану. Вот. Давайте посмотрим, проверим. Бану! Вот, пожалуйста. Бану! Все, Бану. Ой, молодец. Бану вышел. Все. Вы убедились в этом? Надойка верблюдец – это полдела. Дальше нам предстоит еще несколько важных этапов, в ходе которых свежее парное верблюжье молоко станет шубатом.
Молоко надоили, а теперь нужно сделать из этого молока, так сказать, шубат настоящий. Вот тут теперь, сосунок, это закваска, тут шубат. Так. Теперь вот берем вот марью и туда наливаем. В действительности все очень просто. Свежее надойное молоко нужно смешать с закваской и оставить на 5-6 часов для полного смешивания. В результате брожения шубат обретет все свои полезные свойства. И самое главное, его не нужно взбивать как кумыс. Достаточно лишь слегка взболтать его перед подачей на стол. Шубат – продукт, произведенный из верблюжьего молока, обладает целым рядом полезных свойств. Его вкус варьируется от очень сладкого до соленого. Содержит до 20% протеиновых компонентов, до 15% твердых веществ. Содержание жира в шубате 2-3%, лактозы 6%. Помимо этого, шубат богат железом, кальцием и фосфором, а также витаминами С и В2. Гастритом, который язвой, вот, цирроз. Печень вот у нас берут основной. Вот, вот внутренние органы, она полезна очень-очень. Ну и раньше наши предки, кочевники и вообще древние люди, которые жили не только в степях, но и в пустынях, у них просто не было возможности питаться фруктами, теми же самыми зеленью. Они пили шубат. И шубат, вот так как очень сильно богат витамином С, он полностью заменял. Все эти ингредиенты, продукты. Как выяснилось, не только шубат представляет ценность для организма человека. Еще один продукт, если быть точнее, продукт жизнедеятельности верблюдицы – урина. Очень ценный компонент, который оказывается невероятно полезен при лечении людей от целого ряда сложных недугов, таких как болезни печени, пищеварительной системы и многих разновидностей рака. Вот для того, чтобы этот продукт жизнедеятельности, который используется в уринотерапии и при лечении людей, был обладал именно теми целебными свойствами, которые необходимы, верблюдица должна соблюдать определенный рацион питания, да? Обязательно. Потому что нельзя использовать мочу там любой верблюдицы. Она должна быть определенной породы, за ней должен быть какой-то уход. И именно как его, не рожавшего его, так как его. Молодую верблюдицу. Именно та, которая не рожала. Не рожала. Именно вот эти мы берем. Берем и нам заказывают. Я вожу третий год. И именно вчера в Киргизию приехали даже. С ценными свойствами шубата мы разобрались. Свежее молоко с закваской смешали. Поэтому нам нужно было как-то скоротать время. Утимисага предложил мне покормить верблюжат. Конечно, я согласился. Как можно отказаться от такого предложения, порадовать малышей вкусным сеном? И мы отправились в загон к верблюжатам. Ну вот и пришло время кормить наших малышей. Надеюсь, все пройдет удачно. О, давай, не бойся, снов. Меня очень умиляли эти молодые красавцы. Они поедали сено с таким аппетитом, что я испытал огромный прилив радости. Просто стоял и смотрел на то, как они жуют сено и благодарят меня своими протяжными возгласами. Как же удивительно все-таки животные, как прекрасна природа. Я в восторге. А потом мы еще долго разговаривали с хозяином фермы Утимисамага об огромной пользе этих животных. Аксакал поведал мне множество интересных притч, легенд и суеверий, связанных с верблюдами. Так я узнал, что кочевники получали от верблюда не только молоко и мясо, но и ценную шерсть. Изготавливали из нее различную одежду. При этом, оказывается, казахи настолько почитали верблюдов, что не позволяли себе носить одежду из верблюжьей шерсти ниже пояса. Так мы и не заметили, как наш долгий день подошел к своему завершению. Утимисага, как настоящий казах, гостеприимно пригласил нас к себе домой за богатый дастархан. Ну, вот и наступило вкусное завершение этого насыщенного сегодняшнего дня, в рамках которого я многому сегодня научился, увидел верблюдов, верблюдец, узнал много о самом шубате. И вот, Рахмет, сейчас в руках держу тот самый шубат, который я сегодня надоил, да, вот этими собственными руками. Спасибо, Утимисага, что научили меня тому, как доить верблюдец,
рассказали о них много интересного. Я узнал действительно очень много нового. Понял, что этот напиток очень великолепен на самом деле. Он ценный и, наверное, если точнее выразиться, он бесценный. Время, которое мы отвели на брожение, уже прошло, 5 часов истекло, и сейчас этот напиток приобрел все свои целебные свойства. Уже можно пить. Да. Я попробую, да, мне не терпится попробовать. Да, у меня просто нет слов, чтобы описать все великолепие этого шубата. Если вы никогда в жизни не пробовали вдруг шубат, я настоятельно рекомендую вам это сделать. Утюмюса, большое вам спасибо за ваше гостеприимство, за этот богатый дастархан, за вкусное угощение и за сегодняшний день, за то, что дали мне эти знания и дали мне возможность более тесно прикоснуться к культуре наших предков. С вами я не прощаюсь. С вашего позволения, сейчас приступим к этому угощению. Давайте, ладно. С вами, дорогие телезрители, мы увидимся в следующем выпуске программы «Школа кочевников». Меня зовут Дмитрий Голобир. Пока.